К Дню Святого Валентина от ювелирного салона «Аметист» выбери свое сердце. Портал госуслуги продолжает развиваться. Уже через 2 месяца с помощью этого интернет-ресурса можно будет оформить подмосковную недвижимость. Об этом сообщил директор Московского областного бюро технической инвентаризации Владислав Мурашов. Кроме того, не прекращается работа по модернизации портала. Задача номер 1 – привлечь максимальное количество пользователей и освободить от очередей коридоры госструктур. Страница правоохранительных органов пользуется особой популярностью. Только за прошлый год из 16 тысяч заявлений половина прошла через портал. Об итогах и возможностях электронных госуслуг клинской полиции Олеся Тробенкова. Электронная очередь вместо живой. Это новшество вошло в нашу жизнь почти год назад. Госуслуги полиции, пожалуй, самая востребованная страничка. В первую очередь за счет подразделения ГИБДД. Теперь каждый второй автовладелец обращается в инспекцию через портал госуслуги.ру. Чтобы принять всех электронных очередников, в недельном графике отведен целый день – среда. Гражданам, которые подали свои заявления в электронном виде и оплатили там же на сайте государственную пошлину, предоставляется скидка в размере 30%. То есть, если человек захотел поменять водительское удостоверение, так при личном обращении в ГИБДД госпошлина составит 2000 рублей, при оплате и подаче через портал государственных услуг это будет 1400. Скидку на госпошлину в ближайшее время будет выдавать иммиграционный отдел. Например, при оформлении загранпаспортов семья из 3 человек сможет в среднем сэкономить 3000 рублей. Оплачивать квитанцию через интернет-портал госуслуг выгодно и тем, кто приезжает или выезжает из нашей страны. Через личный кабинет, через портал госуслуг можно зарегистрироваться, сняться с регистрационного учета. И последняя функция – это оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Но в первую очередь электронный документооборот экономит время. Так, справка о наличии отсутствия судимости обычно выдается через месяц. Портал госуслуги.ру сокращает срок ожидания до 7 дней. Мы должны это исполнять, мы это и делаем, и будем продолжать это делать, потому что это датировано нашим министром внутренних дел, это есть федеральное законодательство, мы должны его исполнять, а также указ президента. Для тех, кто с компьютером не дружит, некоторые государственные услуги по линии полиции можно оформить и через МФЦ. Там же помогут зарегистрироваться на сайте. Количество пользователей портала госуслуги.ру уже достигло 15 миллионов человек. Популярность вполне объяснима. Не вставая с дивана, можно получить тысячи госуслуг. От культуры и спорта до строительства домов и лицензирования. Олеся Тробенкова, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.